Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Значит, здание семисекционное, в здании хранились стройматериалы, бытовая техника, постельные принадлежности, в общем, тысяча мелочей, которые необходимы, оно хранилось все в здании. Здание сплошное, семисекционное, самостоятельно внутри сделали перекрытие, то есть одноэтажного сделали двухэтажное, обшили металлопрофилем, который доступ в здание очень затруднен, доступ к очагам пожара затруднен. В настоящее время площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. На месте пожара объявлен ранг номер 3. На месте пожара работает 20 единиц техники, 85 человек личного состава. Прибыл пожарный поезд, от него прибыло запас огнетушащих веществ, вода. Проложены дополнительные магистральные линии, работает 4 звена ГДЗС. Погибших, пострадавших нет, угрозы перехода пожара на соседние здания нет. Находился в ночное время сторож. Сейчас оперативно-следственная группа находится на месте. С ним проводятся работы, его опрашивают, от чего могло произойти.